Три, два, один, погнали. Да я поддался тебе, ну. Я всегда поддаюсь, когда проигрываю. Ладно, я не поддавался. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Гусанек, Артём, Сахар, Эластик, Васаби, Угабуга. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Однако всем привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классная рубрика. Пацаны должны мочить невидимых аниматроников. Я буду первый начинать, и тот, кто меня убьет, следующий будет играть за аниматроника. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Все, я буду весь этот раунд невидимкой. Я думаю, это будет очень прикольно. Где он? Где я? Пришли ему, типа, по никнейму. Да он скрипся. По никнейму. Стреляй по Артёму. Причём тут Артём? Не знаю. Причём тут Артём? Он просто... Мне просто не понравился. Ой-ой-ой-ой-ой. А, я забыл, пацаны, я же тоже вас буду мочить. Ты чё, офигел? Ну конечно, вы думали, что вы меня легко убивать будете? Нет, такого не будет. У тебя есть 3 секунды спрятаться, я беру РПГ. Давай. Я в здании. Смотрите, стекла бью. Он прёт, а нет. Не, я в здании, Я ж на контр, когда сажусь, мне никнейм не видно так, как будто я на корточках. О, друг друга мочите, мне это нравится. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться и попасть в ролик, заходите в наш дискорд, ссылочка в описании. Он спрятался, он сидит где-то, шкерится. Я на улице, я гнал, я все это время на улице был, видите, по записи. Он в офисе. Я в офисе, да? Или нет? Нет, я на самом деле вас обманул, чтобы получить фору, чтобы убить Димас. Он, может он будет на крыше? Не, я не на крыше. Когда ты говоришь, значит он там. Так, ждем. Чтобы вообще заходить на крышу, буду сразу мочить. Ну, заходи, заходи. Один ушел. Надеюсь, в этом ролике вы меня убьете. Это будет очень хорошо, потому что я буду жестко играть. Почему только я могу ждать Димас? Так, Угабуга, отойди. Им ты слишком предсказуемый для меня. Ну конечно, ты просто со мной много раз записывал ролики, поэтому ты знаешь все мои приколы. Так, ой-ой-ой, ничего не вижу. А вот это я уже забыл, что такая фишка есть. Это опять он выслушал. А, блин, Гусанёк, откуда ты знал, что я там? Как ты жопа, блин. Ты мне, кстати, нормально вынес в жизни. Ай-яй-яй, еще вынес, у меня уже 7600. Практически 1000 жизней уже вынесли, ребята. Вот это вы молодцы. Я знаю, что я возьму. Все, я взял бомбу. Отлично, отлично. Закрываю двери. Смотри, сейчас двери закроются. Смотрите, смотрите. И... Опа, есть. Заходи, заходи. Я тебя жду. Заходи, давай, заходи, не бойся. Нет, он. Где он? Нет, пацаны вас убивает. Говорите инфу, где он вас убил. Я прям на входе в пиццерии мочу пацанов. Он бьет. Нет, он по улице бегает. Ну ладно, хорошо, по улице бегаю. Возле входа что-то бьет. Вот, убил чувачка. Никого. А, нет, мистер Евластик. А хватит стрелять, ты смотри, громадей. Я ж, вы же еще понимаете, есть одно оружие очень читерское, которое меня сразу убьет. Я вам просто говорить его не буду. Я думаю, когда я проиграю, я буду его использовать. А минский пистолет можно? Нет, Минск нет. Ну есть другое оружие, очень классное, которое очень много жизни отнимает. Монетка? Нет. Подумай, подумай, хорошо подумай. А минский пистолет? Давай, давай, есть этот. Я думаю, что вы догадаетесь про это оружие. Ну это из Serious Sam, да? Нет.
Ты РПГ в руках держать не умеешь, поэтому я вас буду мочить. Да хорош, псих! А, жизнь много вынесли. Гусанёк пока весь больше всех вынес. У меня уже, ребята, 2200 нету. У меня есть идея, как убить Димаша. Давай, какая у тебя идея? Я надеюсь, вы догадаетесь. Смотрите, надеюсь, так можно. Открываем Entity, открываем Грэндвич и берем противотанковое орудие и стреляем по Дим. Попасть только для начала надо этим оружием. Есть вообще такое примитивное оружие, которое меня будет мгновенно убивать. Я не понимаю, почему вы не можете догадаться. Я все понял. Какое? R2. Блин, видишь? Ну молодец, догадался. Примитивное. Если бы это не примитивное, я бы ничего не понял. Я знаю, Дима в своем любимом месте. Он в туалете. А блин, какой в туалете? Нет у меня в туалете. Это врешь. Это твое любимое место обитания. Я в туалете был, это правда. Я своего убил, извините, парни. Это не обстоятельство, я вас специально убил. А, шары. Шары, кстати, отнимают по 1000, по 2. То есть 2 раза вы мне по 3 раза попадете, я сольюсь. 3 попадания шаром, всего-навсего. Ну все, я зашкерился в очень хорошем месте, поэтому будет очень сложно меня убить. Я уже выживаю 6 минут, представляете, какой я красавчик? Да ты зараза, как ты знаешь, где я, а? Да он следит за... Как ты меня видишь? С фонариком? А, ну да, с фонариком видно меня, тень будет видно. Да ну меня зачем? А, R2 шары не стреляют, подстава! А чё они не стреляют? Я бы их выдался, 910 штук. А. Отлично, отлично! Он на улице. Нет. Да, он меня на улице убил. Ну да, через окно. Я далеко от окна стоял. А, ну да. Я понял, что это не R2 шары. Я понял, что это R2 шары пулями. Отлично, отлично, ребята, выживаем красиво. Я нашел имбу, просто имбу. Давай, какое оружие это? Так, Дима, ты где? Хочу проверить, оно так работает, я думаю. Ой. Зачем вы гранаты кидаете? У меня уже 5900. Ай, пингвины эти вонючие, летающие. Видите, как они хотят меня, ребята, убить, но у них ничего не получается. Лайкосик за ихнее старание. Ой, 3-8. Так, подождите, меня надо дисквалифицироваться в другую часть карты, но я манал. Немножко здесь повыживаю, потому что я все-таки хочу долго выживать. Пиццерия. Вы обратите внимание, я даже вас не убиваю, я просто вас троллю, чтобы вам было легче. Убил человек. Не, ну сейчас же я никого не убиваю, хотя могу уже убить. Я никого не убиваю, так же его 39 убийц бабе. Нет, ты. Ай! Гусанёк, ты сама жестко мочишь. Аня, где он? Аня, информейшн, где? Можем мне стать видимым, чтобы вам проще было? Согласен. Все, давайте. Я ничего... Но если я сейчас стану видимым, то придется в следующий раунд тоже быть видимым. Согласны? Да. Все, я стал видимым, давайте. Я невидимым не буду вставать. Потому что ты реально как-то имбово очень. Мы просто реально вслепую. Наугад. Станет. Отлично. Так, телепортироваться, кстати, не могу. Я понял так. Саня, иди за мной на крышу. Он бегает по этому. Вокруг пиццерии. Дима не запрещал бить противотанковое орудие. Нет. Хорошо, мочим всех. Хорошо, что я могу бить на большом расстоянии. Вот как сейчас вот. Слышь ты. Дима, мой хороший друг, поднимись на крышу. Я иду к тебе. Ух, немножко передохну. Почему оно не Ой-ой-ой-ой-ой, это что такое? Он не стреляет. Ой-ой-ой. Ты чё А как я поднимусь, если ты по дверям стреляешь? Я... Отвали! Морда, отвали!
Я не могу в маленьком помещении драться, мне тяжело очень. Я тебе его поддерживаю, пожалуйста, подружи. Ну, Санёк, я тебе не дам, чтоб ты меня убил, я хочу себе другой. Дима, поднимись на крышку, Дима, поднимись на крышку. Да, а так я не могу подняться, вы по дверям стреляете там. Дайте мне подняться на лестнице. Дайте подняться, Дима. Ну все, я ему не дал. Поднимайся на крышку, Дима. Дима, прорывайся с боем. Я прорываю. Так вы меня одним выстрелом убьете, какой это бой. Это самоуничтожение. Ну хорошо, давай, я попробую на крышу все-таки зайти. Дадим шанс, ребята, и другим игрокам повыживать в этой серии. Потому что я уже 10 минут выживаю. Да, короче, быть невидимым это читерски. Это очень прям сложно. Не, можно быть читерским, но при этом надо, чтобы... А, ну все, видишь. Вот, видишь. Ты ждал, только я открою дверь, ты сразу стрельнул, да? Так, а кто меня убил, я что-то не увидел. Васаби, все, бери аниматроника, мы берем оружие. Готов. 3, 2, 1, погнали. Как вы думаете, мы его быстро вынесем? Да. Так, он побежал в ту сторону карты, ждите, он сейчас с этой стороны выбежит, оттуда вот. Ой-ой-ой, за что? Ой-ой-ой. Вот это подсрачник судьбы. Откуда это, откуда? Пушка не подождите, а он, значит, зашел в здание, его... Да, его нету здесь, он в здании. Он опять бегает по этому. По Дима, я взял самого быстрого аниматроника. Да? Ну я знал, что ты читер. Умри, Саня! Нет! По Сане нельзя попасть. А оно тяжело попасть, кстати. Вот по нему реально тяжело попасть. Ну Саня, как обычно, гусь. А! Чё, васаби убили? Ну, моей же тактикой, Димас, моей же тактикой. Ну ладно, давайте еще третий раунд сделаем. Кто его убил там? Я. Ну все, давай, пингвину, сбери аниматроника. Каш, когда будешь готовый. Давай, 3, 2, 1, погнали. Да я поддался тебе, ну. Я всегда поддаюсь, когда проигрываю. Ладно, я не поддавался. Я специально проиграл. Так. Какое оружие взять? Ладно, давайте все-таки АР-2 шары, мне кажется, это самое успешно будет. Он в пиццерии. В пиццерии? Все, кончились патроны. Так. Вот он, в пиццерии. Да блин, хотел бомбу заложить! Я хотел его бомбу убить, а думаю, это было бы прикольно, кстати, бомбу его замочить. Все, я сдох. Да блин, они все время противотанковыми этими пушками убивают, что это за один мах, собственно. Ладно, давайте еще раз. Кто там выиграл его? Васаби опять. Васаби, давай, давайте тогда без пушек теперь, хорошо? Васаби, скажешь, когда будешь готовый. Я уже готов. 3, 2, 1, погнали. КР, да. Я сейчас всех несу. Я считаю, что надо вот так бомбы залаживать просто и все. Или? Что, ты гилишь? 3 хп оставит. Ну, в туалете, уходим. Я не умею. Просто буду убегать. Я понял, вы друг друга убегаете, я просто убегаю. Молодец. Выхватил нашу тактику, мочить друг друга. Аня, умри, ты умрешь. Саня, а я буду бомбы Саня ложить, ребята, сейчас заминирую все карты. В любом случае его взрывом будут убивать. Димас, ты своих убил. Я знаю, но я надеюсь, что и тебя зацепит. Так, убьем этого, Саня. Саня, ты меня уже со своими one-way флажками бесишь. Неплохо, я там убиваю всех подряд. Он бегает, ай. Ё-моё, что происходит? Да то я случайно, пацаны, я не хотел. Нет! Что у вас тут происходит? Ха-ха-ха! Вот это вакханалия! Мне страшно! Да нормально все, ну. О, ужас, я испугался. Васаби, сколько у тебя жизней? 5600. 5200. 5... Нет, не убивайте меня! Мы тебя убьем. Мечение? Дима, ты мне своими взрывами не слышишь. Не слышу ничего? Да. Ах ты, хорошо, хорошо. Надоел бегать. Все, я убил Саню, моя миссия на сегодня упала. А, нет, я не убил Диму. Все, шары АР-2 кончились. Так, хорошо, давайте какое-то оружие уже возьмем
Более гла... Ой-ой-ой-ой-ой, молодец. Я подался тоже в этот раз. Что ты врёшь? Ты там стоял... Ребята! Ребята, я знаю, чем его убить. Я не дай бог. Берите красные гранаты, вонючки. Нет. А это, ну, оно его так это, он будет от них уворачиваться. Я, блин, хорошо, давайте хочу. Тогда, а что можно? О, РПГ. Ой. Противотанковое, погнали. Только это, которое ручное. Саня, умри. Не убил? Нет, а я нет. Да что ж вы мочите меня, ну хлопцы. А, не я даже тебя убил. Хе-хе, молодцы. Попал? Есть, хорошо попал, ребятушки. Прям прекрасно. У меня 2000 хп, 1500. Я вынес нормально, да, по тебе так чуть-чуть? Я выношу ему очень хорошим оружием. Так, я... целимся. А его нет, он зашкерился. Вот, Саби, давай, в твоей жизни, это, драка на крыше. Саби, беги на крышу, давай, я тебя... Я и так сам их гашу! На крыше? Нет! Я убил его? Нет. А жизни отнялись? Да, 400 хп. Чем ты меня... Аня, я убью тебя! Ну правильно, зачем Диму? Я бы убивался за все прошлые видео, как я снимал. Там Дима настрадался и так. Ай, Дима. Дима, ты своих гасишь больше, чем меня. Я знаю, и тебя тоже буду гасить. Да что ж... Нет, меня сейчас убьют! Нету кабука! Ты не должен это сделать! Ха-ха-ха! Завонял все. Я сейчас умру, нет! Так. 50 хп, я умер, меня Саня убил. Все, отлично! Так что получается, у нас в этом ролике Васаби первое место занял. Он больше всех убивал аниматроников, правильно? По-честному, да, пацаны? Да. Ну все, Васаби, первое место. А последнее место кто? Ты. А я-то, а чё я? Ладно. Васаби первое место, а все остальные минус первое. Еще лучше, чем Васаби. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Давно, ребята, мы эту бомбу не взрывали. И эту тоже давно не взрывали.